Смотрите, девочки, еще один интересный момент. Света нам сделала вот такое техническое задание у нас. Что мы строим? Мы строим блузку с рубашечным рукавом. Вот такая блузочка у нас будет. Обратите внимание вот на эту выкройку. Я стараюсь вам показать ее целиком. У Светы узкие бедра, мы это отразили в боковом шве, и небольшой выступ ягодиц. Посмотрите, как оформлена спинка. То есть построили базу, в среднем шве немножечко забрали, выточку передвинули, проймочку немножко передвинули, откорректировали и оформили вот такой вот средний шов. Конечно, с выточками все сделано замечательно. И посмотрите, какое умеренное оформление рубашечного рукава. Удлинила плечо, опустила пройму, расширила пройму. Мы видим 4 прямых уголочка в вершинках в P1 и в P2 и внизу под мышечкой. Правильное совершенно соотношение. И вертикальный диаметр 23, а 2/3 от него будет 15,5. И у нас вот такой вот получился рубашечный рукавчик, беспосадочный, у которого окат равен вот такой рукавчик и низ оформлен под манжетик. Просто идеальное решение у нашей Светы для вот такой вот красивой блузочки. Вот для такой вот блузочки. Приходите к нам учиться. Всем добра!